В 11-ю Одесскую больницу попал неизвестный мужчина с многочисленными травмами. По словам очевидцев, он упал с дерева возле школы номер 121. В больницу пострадавший прибыл без каких-либо документов, подтверждающих личность. После инцидента мужчина в состоянии болевого шока назвался Дмитрием. Из отличительных черт только татуировка в виде небольшого креста на правой руке. Теперь врачи ищут близких родственников мужчины. В силу травмы мозга он не может назвать фамилию, совершенно четко имя, отчество, дату рождения и то, где он проживал все это время. На вид ему порядка 32-33 лет, рост примерно 1,75 м, короткая стрижка. На правой кисти, на правом предплечье у него есть татуировка и там небольших, так сказать, размеров крест. При поступлении он сказал имя Дима. Насколько это достоверно, Дмитрий, тяжело, затруднюсь вам сказать.